что надо чистить. Блин, тут все так стоит. Терзко. Хорошо, что двумя. Один на одному тут очень тяжело все снимать. Вот это мы сняли впускной коллектор. Сейчас замачиваем его жидкостью. Вот ЕГР будем мыть. Трубку уже налили. Вот вам надо будет трубку тут от ЕГР открутить. Там звездочки будут стоять, все провода скинуть. Будет стоять вот этот датчик. К нему будет тяжело подлезти. Потом впускной вот этот патрубок снимаем. Тащим плоскогубцами вверх, щипчиками. Датчики отсоединяем тут по кругу. Датчик на там папионе, как это по-русски. Короче, снимаем уже когда поднимем сам коллектор впускной. Вот он тут будет идти, но вы его не сможете снять, пока не снимете впускной коллектор. Вот будут два патрубка идти. Где будет тосол идти? Один здесь, вот он легко снимается, вы отодвигаете вот эти заглушки, снимаете. Второй, только когда снимете уже впускной коллектор, только тогда вы сможете охладить или снять сам ЕГР. Вот, ну до нас вот тут уже обломали. Ну, так что вот так вот. Мы скинули сбоку тут провод на генератор. Вот, ну и всякие датчики уже сами там увидите, как снимать. Тут стоят на десятку. Вы их откручиваете, в принципе, только проводка скидываете ее, отодвигаете и все. Сейчас я вот тут... Зацени. Сейчас. Это когда уже все будет на месте, смотри. Смотри, вот это первое. Сейчас. И плюс эта фигня еще испаровывается, знаешь? Да. А, ты хочешь видео, типа? Ну да. Чисто там сырье? Не, чисто.